сомнительный прием, на самом деле, у Борта. И, ну, не знаю, может, рижане там хотели рассчитывать на удаление какой-то в составе соперников. Но вместо этого они гол просто забили. 1-0. Вот так Лаурис Дарзинш открывает счет в этом матче. Или Реддикс все-таки. Ждем повтора. Вот на пятак. Реддикс набросал все-таки. Вида делал передачу из-за ворот. Так, а вообще бросал защитник Аляев на самом деле, да? То есть всех нам показали, кроме того, кто действительно шайбу задел. Дарзинч был перед воротами. Может, он задел, может, коснулась шайба его. Если честно, ни на одном повторе ничего не видно, как это все происходило. Ну и, кстати, вот, по-моему, даже суд.